И завершая выпуск, добавлю о погоде. Холода до конца рабочей недели не отступят. Регион оказался во власти антициклона, который пока сдавать свои позиции не намерен. Минувшей ночью столбик термометра местами по области опускался до 20 градусов ниже нуля. Дневные часы ожидаются чуть теплее, до 11 мороза. И так вплоть до выходных. Мороз, солнце и без существенных осадков.